Тут есть человек в акваланге. Ихтиандр, ныряй. Вообще меньше колена. Покажи ему. Ленин на субботе. Дорима, она без нее не едет. Вспоминается песня «Люба, звезда Ютуба». Да, Люба нервно курит. Но бамбук. Смотри, в натяжечку и все. Ты прикинь, насколько Луаз лучше, чем Паджеро, блин, да? Вообще, блин, едет без напряга. Насколько Паджеро продает? Вот так приблизительно и ты ездишь. По-пенсионерски. Мы никуда не спешим. Ты вообще еле выехал на своей Колымаге. Все в направлении. Еле выехал. Выехал. А в твоей какие солярка кончится, так карданы, как кардан. Карданы, так болты. Как не болты, так еще что-то, да? Да? Не, просто тут выныривать можно, головой в бревно удариться, да, когда будет. Да? Да были уже что-то выключили. Так, ну он выйдет сегодня или нет? С Паджеро, видишь, я погорячился, наверное. Я же говорю, что проходимость, блин, этих УАЗов, она не в том, что она там едет, в том, что она не может дерн сорвать, это самое, рвануть колесами. Жует, жует, да и прожует. И проехал, да? Стеклоподъемники у него все-таки классные, я тебе скажу. Это уже страшно, да? Стеклоопускальники. Если бы не сбросил, выскочил. Да? Да? Нет, закопался. Он, наверное, не хотел сбрасывать. Психанул. Да нет, он просто не находил педаль правую, видно. Пение попадал постоянно. Какой у него размер ноги? 36. 36. А может, 46 на две педали нажимает сразу? Что ты надбиваешь здесь желание переезжать? Подожди, пусть Димон выйдет уже. Потому что он когда заезжает, ты понимаешь, поднимается уровень, шишига утонуть может. Он говорит, я не Дима, я Андрей. Да? Да не, ну я помню его. Причем так подходит через год примерно. Он меня 1,5 километра задним ходом тащил, когда сломалась, что у меня рулевая сошка сломалась. И он ко мне в счастливых снах приходит просто. Поэтому я его не могу забыть. Ёлки, он будет выезжать сегодня? Ты к нему в кошмарах. Слышишь, он хочет, чтобы у меня закончилась память, видно, в этом. Издевается, понял? Это за бревно он нам мстит, видно, понял? Давай, о, давай, бородач, давай. Не, так там ребенок, ты их утопишь. Это хотя бы сигнал. Ну. Можно ставить шашлыки. Видишь, как уныло. Красавчик. Не уныло, а высококлассно. На 150. Красавчик. Так, ну кто на внедорожнике, а кто как... Во все стороны походить. А кто пешком, да. Да не, хотя бы прямо вот так иди, только не петляй, чтобы... Вон, смотри, карасик, видишь там. Где карасик? Там посредине. Да это не карасик, это человек идет. Видишь или нет? Ну вон, посредине. Вот ты не хорохорься, да? Подальше. Я делаю фото, посмотришь дома уже. Так, а куда он пошел? Там еще мельче, наверное, чем здесь. Тут уже наездили. Так потекает с этого болота. Будет полноценное озеро. Чтобы все готовы. Раз проехать. Еще, подожди. Ну что ж так позднее зажигание, Йотич? Нормально все. Позднее. Сейчас раз и по шею, прикинь, вот это был бы номер. Какой-то экскаваторчик она на следующий раз сюда заранее подвести будет. Ну, как бы накопать. Можно ехать.
Можно ехать, давай. Где там белая? Где белая Паджеро Спорт? С собакой. Ух, как стоит красиво, смотри. Так, человек штурмана прячет, сейчас поедет, блин, началось. Это жесткий, блин, вы видели его. Что он только что... А, он уже катался тут, да, пока меня не было? Вертикально идет. Вертикально идет, спускается. Не нормально. Решает, конечно. Подрежь его, Ярик. Что-то моторчик работает как-то. Пальчики аж шепчут. Не, УАЗы лучше, чем Паджеро. Что там творится? Я рекомендую еще черную машину, вообще можно не снимать. Да понял, что машина белая? На какой-то буксир похож, да? Да. Не, нормально, сейчас я буду дрифтить. Белка нашла орешек. А, он опрыг. Прогрессирование вышло. Над волнами шел. Аквапланирование было на сильверах, понял? Черно как-то. Черно только, да. Слышь, будем его называть Слава Черный теперь. Смотри, смотри, опять. Меньше трех кругов не дает, брат. Да? А он собаку катает, укачивает, видно. Он понял, плавно ее приобщает к оффроуду. С этой стороны не так черно, да? Жесткий. Смотри, из этих, из рамы вытекает вода, когда выезжает. Белый туман. Поехали, бородач, с тобой. Похож на мама. И все? А мне жаба и цицки даст. Думаешь? Ну что, можете рис садить. Более одного. О, сон, видишь, какой всплыл спина? Вот это сон, какой спина. Да. А мы поймаем, да? Паш, ну, хорошо, что ярочные колеса.
Что-то выбило? Ну что, заполируй тут еще все свои. Выехал, нет? Сотка пойдет, когда не останется неразведанных мест. Сотка разведает, что все. Видишь, ты говорил менять Паджеро на УАЗ. Да, Паджеро там прошло бы, да, наверное? А Паджеро там бы прошел. Все, Ихтиандр, сынок, я тебе щей принес. Сейчас, он, Ярик, а не, он домой. Ох, и жесткий. Да, Ярик Мудюр. Есть! Фул HD на форум HD. Нормально. Я давай сфотографирую. Ну, а я фотографирую уже на ходу. Да, я знаю, что это, да. Мне нравится, но у меня... Он легенький, да? Ну, 500 грамм, да. У меня он, эта бандура тяжелая. Ну, да. Короче. А то только с салона, да? Лежак. Ну не 17-й, но 16-й год. У тебя 16-е диски? Да. А родные 16-е были? 17-е? Покажу диски шикарные. Да, протектор замылился и не едет. Dragon Winch, есть АРБ. Где он там, далеко спрятан? Вот, покажи его. Этот называется хрустящий физрук. Уже он нигде не едет уже. Но звук какой-то. Нет, звук шикарный, да. Я не снимаю. План, карбон закончился уже 17. О, давай. А Шишига тут проедет. Заезжай, Юрик, между ними. Заезжай между ними. Поглумись, вокруг поезди. Сейчас третий застрянет и все. Не-не-не, вот потом еще шишку посадить. Палки когда... какие-то торчат у тебя. Где палки? Что? Юрик. Бедный Юрик. Что это за китайские шины? Зайки выглядывают. И колеса. Все, сейчас засадит, мне кажется. Блин, если бы он смог засадить этот дерьмёк. Глумись, езди вокруг, вокруг катайся. Скажи, чтобы на задке поехал. Он не знает, как включать задок. Ну, побеги, и... Подбежать, включить, да? Показай, что, да, поехал. Блин, заедьте еще кто-то. Рацию длиннее, чтобы рассказать, как сзади. Нету рации. Так включил же. Так наоборот, чтобы только задок включить. Щагивайся. А я уже втянул. У вас сам едет. Смотри, у вас без водителя едет. На капот садись, Йора. Он же спыла эти. Димоном эти. Или тебе похерками кричат. А прикинь, сейчас выйдет и на... Судзука на юге. Вот беда. Судзука далеко, он, траектория другая. Скажи, пусть заднюю включит и засадит. Он же включил заднюю, он не засаживается. Он даже вылез, видишь, специально, чтобы глумиться над тобой. Скажи, Шишига, может вот так делать? Скажи, пусть выпадет. Это самое, а может вот это вот... Извиняюсь, транспортное средство, хотел сказать, говнище. Привезти с собой однокомнатную квартиру, блядь, на болото и вытащить ее еще одновременно. А?
сел в там квартиру. Если одна комната квартира посчитать мерцешку, то можно, в принципе, с ней приехать и засадить и вытянуть. Все равно не однокомнатная квартира. В однокомнатной квартире могут ночевать, не мешая друг другу, 4 человека. Я отойду, выезжайте. Какая жижа? Вообще застрять нельзя, блин. Говорит, жижа, блин. Нету там жижи. Не, вытягивай. Я тут запавка жижу. А, давай где? Я поеду. О, он прямо перед вами. Да назад сейчас меня подёрнили. Тут подёрнили, конечно, громко сказано. Выйдет. Вылазь на багажник, должно провернуть нормально. Он еще кто-то на крыше не будет. Мне кажется, он Мицик притягивает твой УАЗ. Да? Да. Он плывет к нему, да? Да. Ты что, не видишь? Не, ну он сидит-то лучше, чем УАЗ стоит на болоте сверху, понимаешь? Ну да. Тут самообслуживание началось, да? Не может, у вас едет Pajero Sport. Блин, он хочет сломать мне кардан, мне кажется, или закопать у вас тоже. Что-то лебеда не работает или что? Стягивает у вас. Да не, уже вроде не стягивает, или стягивает все равно. Сейчас дальше назад. Все, хорошо. Вымотаем его шишигу. Вымотаем шишигу. Так, потому что нам у него цеплять сзаду. Не хочет. Бородач у вас достал. Блин, проехал каким-то чудом. Опять этот у вас на стероидах. На стероидах, да. А, он моет ему машину, понял? Волной. Видел, смотри, сколько помыл, насколько выше стало. Да. Дай хозяину проехать, елки. А. Глумиться, да, поехал. Так, что он стал здесь? Закрыл пейзаж. Кадр. А, он хочет показать, что он там не застрял, понял? Так, груз, надо ехать в лагерь, мне звонят, говорят, уже мясо заказ. О, так поехали. А, на третье поехали. На третье, давай. Или четвертое. Если солярка не закончится. Опять? Да нет, она так быстро не должна. Хотел. Смеется теперь.
опасная, да? Да, дверь. Понижайки все повыключи. Еще пока разберешься, что там где выключать, он сам забывает. Я понял. Мы же говорим, давай скажи, пусть вырубит. Что-то пытался повыключать, но. Да. Выключается, все выключается. Вообще не будет на эту передачу. Во. О, на задке. Но он же сейчас эффекты будет делать, ты шо? Сейчас за руль закатит. Проедь на заднем приводе. На твоей, да нефиг делать. На своей давай, что ты на унылом блин, моем она будешь. Она весит в 4 раза больше, чем ты вместе со своей. Да блин, ты тоже весишь, блин, если... Вот ты с утра сбрасывал вес или нет? Ты меня все щупаешь. Ну давай. Скачи как. Давай нам проедем, кто быстрее, да так и все. Я же проехал только что. Ну так давай вместе, кто ты быстрее проедет. Давай, не очкуй. Давай, остановись и поехали. Дачку, хоть где-то лучше едет, по ровным полевым дорожкам. Отрезающий. А, и рулевое, кстати, плохо слушалось.